Ля-л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 я. С песней «И всегда на бегу». Клавдия Бабушкина в свои 77 может дать фору молодым. Судьба испытывала ее на прочность с самого рождения. Клавдия Алексеевна росла сиротой, служила в армии радисткой и больше 30 лет посвятила себя совсем не женскому делу. Работала водителем троллейбуса. Правда, в душе всегда оставалась юной, трогательной девчонкой, готовой прийти на помощь любому. Писала заявление, ревела, слезы капают. Капают на мое заявление. Реву, допишу. Я нарушительница была, потому что где старушку подхвачу, где остановлюсь не там. Бегом Клавдия Алексеевна увлеклась в 48 лет. В 90-м году она впервые приняла участие в забеге первого чемпионата СССР среди ветеранов, который тогда проходил в московских Лужниках. На старте Клавдия Алексеевна стояла рядом со знаменитой бегуньей Людмилой Брагиной. И те соревнования принесли нашей героине титул чемпионки страны. У меня ноги спринтерские. Это только сейчас я узнала, спринтерские, как у лягушки. Сильные бедра, крупные бедра и тоненькая голень. На одном из легкоатлетических стартов жизнь свела ее с канадкой по имени Джин. Долгая переписка, обмен подарками подружил двух спортсменок. Ради продолжения общения Клавдия Бабушкина решила выучить английский язык и отправиться в гости к подруге. Я день и ночь стала учить. На морозе, не морозе, слова переписываю. Слово там перевод. Ну так, уже так листаю, листаю и выучила. Так же легко и с задором она организовала шахматный клуб в библиотеке и вокальный коллектив. Правда, пока участницы этого ансамбля исполняют душевные композиции в перерывах между заплывами в бассейне. Не светит незнакомая звезда. Снова мы оторваны от дома. Клавдия Алексеевна часто повторяет, что она прирожденный спринтер и не любит марафоны. Между тем, регулярно выходит на старт на длинные дистанции. Говорит, что нужно всегда поддерживать форму, а бег – лучшее лекарство от всех бед. Так она отвечает и всем завистницам, сидящих у подъезда на скамейке. Я говорю, ну, пока ноги носят, я буду бегать. Мне зачем это дома сидеть, кваситься? Во-первых, здесь природа. Птички, воздух, ну и друзья. Ей есть чем гордиться. Один из личных рекордов она поставила в 52 года, преодолев на соревнованиях в Канаде дистанцию в 10 километров за 43 минуты. Сегодня за плечами Клавдии Алексеевны больше 30 стартов. И на этом она останавливаться не собирается. Ведь бег для нее не просто спорт, это образ жизни, который помогает радоваться каждой минуте убегающего дня. Алена Павлова, Алла Варикова, Дмитрий Лазарев, Андрей Ярушев. ОТВ.